В течение года все пермские пригородные маршруты ходят по единому расписанию, говорят в Министерстве транспорта. Сезонных только 4. То есть на то время, когда пермяки вооружаются граблями и тяпками и отправляются на свои дачные участки, они появляются, а с приходом холодов в этом направлении курсировать автобусы перестают. Номер 112 «Пермь-машиностроитель». Это маршрут 237-й, город Пермь, станция Лодочная, кооператив «Алешиха». Это маршрут 374-й, Пермь, Ключки, Югокамский, и маршрут номер 405, автовокзал города Перми, Алешиха. За последнее время пассажиропоток снизился только на последнем 405-м маршруте. Так что было принято решение 7 октября его закрыть до нового сезона. По остальным трем направлениям автобусы еще отправляются согласно расписанию. Но в министерстве говорят, что в самое ближайшее время они тоже прекратят свою работу. По практике прекращают обслуживаться в конце октября, в начале ноября. Все очень сильно зависит от погодных условий. Пока точных дат, говорят в министерстве, когда отменят и эти маршруты, нет. Согласно закону, проинформировать пассажиров об изменениях в расписании должны минимум за 10 дней. Эту информацию можно будет увидеть на сайте Министерства транспорта или в салонах самих автобусов.